И куда? Воспламенение, ну вот иди сюда. Красная война, воспламенение. А, воспламенение, да, все. Да. Это она именно сюжетка. Недоступна. А, вот все. Даровки, мне сказали, что ты меня звал, Кузька. Я всех Давно. Звал. Да, мы всех звали. Что-то загрузка долгая какая-то. Меня Угу. это напрягает. Во, нормально, поехали. Новая миссия. Чпонька, 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 чпонька. Да, ты что? Да, что ты говоришь? Так. Ага. Сейчас. Минус. Ты меня дождись, эй. Да я тут пока этих отстреливаю. Я для тебя тут уже место расчистил. Ну типа хрен знает, снайперка лучше или... Не, вот это мне кажется получше, да. По три патрона, но тут еще и патроны есть. Поэтому пока побегу с этим. Так, все. Чай тоже оружие. Возьму, не подходи. Сижу загрузка. У тебя класс. Загрузка? Да, есть такое. Привет, Куся, еще раз. Да. Наконец-то признал, что постарел. Выручил разок, и теперь будет припоминать я пока это... целую вечность. О, все. А, ты, наверное, хотел сказать разок в неделю. Стоп. Ведь че? Нет, забрать нельзя. Да-да, продолжай, старичок. Алло, читай чатик. Так я же читаю. Я же поздоровался, Кусь, ты чё? Минус. Так. Вот, еще двое. Минус. Так, нагрудник. Хорош.
Так, еще есть. Угу. Что-то понять не могу, где. А, вот он наверху. А, наверху. Блин, там патрон для базуки. Мы можем подняться наверх. Чпан. Дудыщ. Ага. Заебись лифт. Вообще классно. Мощно. Придется искать другой путь к Хоторн. Ну ладно. Будь осторожна. Падшие те еще падальщики. Они готовы сражаться за что угодно, лишь бы прибрать это к своим грязным лапам. Да ты еще. Мощно. Да, но всего 3 патрона. Ну, можно и руками справиться, в принципе. Ну. Щит отрубился, ему гранату включил. Мощно. О, не, это я 3 патрона просто нашел. А так вон, 7 штук у меня. Здесь есть что? Здесь нет ничего. Все переключатели сломаны. Видимо, кто-то разозлился из-за того, что они слишком медленно работали. Это вполне в духе Кейда. Ты что стоишь? Смотрю инвентарь. А. Пойдем. А у меня уровень. Да, у меня тоже. Во, контролируйте. Снайперка. Шнайперка. Угу. 23-40. Ну ладно, ладно, уговорили, возьму я вашу снайперку. Так уж и быть. Так, а я понял. Нет боеприпасов. Все, ясно. А надо на нее находить. Нафиг надо, я лучше своим побегу. Ну да. У меня тут есть еще патроны. И немало. Ой, что-то она улетела не туда. Граната-то? Ты там прокачайся, кстати. Да, уже. Так, я тоже, пожалуй, поменяю ее на... Ничего, своя этюд. Старая? Нет, этюд просто. Mm-hmm. Так, нам вниз. Да, нам вниз. Я убежал, удачи и хорошо вам поиграть. Кусь не лапси, давай, за локоть Кусь. Правой руки. Давай, удачи, Кусь. О, фонарик наконец-то включили. Mm-hmm. А то его не было. Mm-hmm. Энергетическое оружие какое-то. Морской скорпион. Уф. Это что-то по типу дробовика. Есть такой, да. Патрошки. Ау. Че, умер? Нет, разминировал, мину называется. Не, нормально, нормально тут. Типа вот так тут просто. Вот, ты тоже разминировал, да, хорошо? Да нет, нормально. Блин, тут можно вот так тут сделать. А там это, сзади она. Стой. Да я прошел их.
нашли лифт. А вы хороши. Почти так же хороши, как Луис. Так, стой. Чё? Да сейчас я тут. Где что? Не-не-не-не-не. О, вкус паука. Так. Лучевая граната. Целебный раскол. Окей. Лучевая граната. Ускоренный полет. Лифт не работает. Наверное, нет. Ага. И мы потревожили падших. Ну, такая себе граната. Ну, просто они сюда подойдут. Там есть минка. Не, ну, это понятно. Если их много будет. Еще валяются. А их тут будет дохера. Снайперка. Винтовка из мертвой зоны. Минус один, а там бытик. А, блять. Минус бытик. Есть, убили прислужника, электричество включилось. Отлично, может, я когда-нибудь даже свой усилитель получу. Есть мантия. Но мне ничего не выпало с него. Вот тут. Нету. Странно. Можешь побегать пока посмотреть. Шлемы. Так, шлемы. 38. Такое себе. Нагрудник на 5 уровень. Ага. Двадцать три. О, 49. А, погоди, 49. Снайперка. На которой нет патронов. Сорок, двадцать три. А на сороковой есть? На сороковой нет, да? Понятно, мощно. Окей. 49, 40, 40 я тогда вот так вот сделаю. 33, 37. Че, нет ничего? Ну ладно. Я тут пока смотрю, да. Задержка просто какая-то огромная. Ну, вот так тут. Сегодня Twitch мне говорит, иди отсюда. Да. А слушай, заебись, мне танец попался. Кто тебе попался? Танец. А. Ну, сейчас полностью вот смотрю. Угу. Вот, смотри. Нормально. Нет, смотри до конца. Хм.
Вот он, все. Мощно, мощно. Это тебя откуда выпал? Ну, который изначально был. А. Блин, у меня нет снайперской, да? Винтовка. Да, блин. Снайперки у меня нормальной нет. Бля, там вещь из него выпала. Ну и хер с ним. Мы лучше еще найдем. Мы выбрались из рудника, идем к тебе. Поторапливайтесь, надо закончить с настройкой сети связи. И, спасибо за помощь. Ты не так уж плоха для стражи Воображалы. Это самые добрые слова, которые только произносила Сурая. Ты свидетель редкого события. Ну тут они хотя бы она, оно, он и так далее. Угу. Тебя тоже сказали, типа, самая лучшая да. Вернулись. Кажется, Луис мне проспорил. Ну что, проверим, работает ли? Так, если я ничего не напутала. Есть входящий сигнал. Стражи, город пал. Если в системе еще остался свет, мы ждем вас на Титане. Не теряйте мужества. Завала жив? Если мы выдвинемся сейчас? Даже не думай про Титан. Да в смысле, блин, не думай. Беженцы все прибывают. Охренели, что ли? Что такое? Да он говорит, видишь, даже не думай про Титан. А. Типа брось свою старую семью. Охренело, что ли? Ну-ка. По щам и все. И на разворот. Мы вернемся. И не одни. Во, мы вернемся. Найти меня будет нетрудно. Ой, только не включай обиженку, а. А ты пропустил, да, эту катсцену? Немало времени, если просто убьешь меня. Ты удивительно мало говоришь для того, кто зовет себя глашатаем. Мы узнали, что один из твоих стражей вернул себе свет. Но ты утверждаешь, что у тебя нет власти над странником. Тогда как? Помоги мне понять, глашатай. Свет живет во всем вокруг и во всех нас. Можешь заслонить его, можешь даже попытаться запереть его, но он всегда найдет выход. А странник сам защитит себя. Странник. Многие годы я изучал его, миры, которых он коснулся. Его власть над жизнью и смертью. Мы не такие уж и разные, твой странник и я. Тебе не сравниться со странником. Никогда. Ты считаешь себя всесильным, всемогущим. Я видел таких. С малого начал. Малым и закончишь. Если странник и правда выбрал человечество по собственной воле, тогда ничто не помешает мне проникнуть в самую его суть, вырвать из него свет для себя и обратить вашу систему
Страх. Попробуй. Только те, кого избрал странник, перерождаются в свете. Да. Это я знаю. Поэтому я захватил вашу планету, и поэтому ты все еще жив. Странник выберет меня глашатай. И ты мне в этом поможешь. Так. О, нормально, модельки не прогрузились. Видишь, да, это? Корабля, да? Да. Ну, тоже небо заебись. Ну да. На гифку можно поставить. Я этот Wallpaper Engine найду в мастерской в Стиме. Да, и звука нет. Нет, звук появился. Не, у меня нет звука. Там сразу и моделька появилась, и звук появился. Не, у меня нет. Да, и грузит еще. Наверное. Так. Появилась новая миссия. Ага. Нас бросили на старую планету, а нам сейчас знаешь, куда лететь? Куда? На другую. Ну, сейчас тут посмотрим, что как. Ага, Титан, вот. Рекомендуемая сила 50+. А у меня сейчас сколько? 30. Значит, нам еще надо. Куда? Ну, силу поднабрать. Это вайки там справа это... будет. Это я знаю, это я видел. А, можно, в принципе, и так пойти, я не против. Mm-hmm. Ну, блин, а там эти сильные есть? Есть. Ты чё ж меня так долго грузит, алё? Неуязвимость, нихера себе. У вас там неуязвимость. Не, ни корабля, ни звука до сих пор. Ну, сейчас загрузишься. Их по коленкам-то чё, блистаю? Ой-ой-ой, пробили. О, появился. Хорош. Я пока так качаюсь, как могу. О, вещь. Шмотка, перчатки. Перчатки — это хорошо. Да что ж мне так пробивается-то, ну? Больно. О, босик появился. Зеленая вещь. Ой, хорошо. Где босик? На, тут, где сильные. А. Еще. Ну он желтый там забежал. Сейчас. Да, я промазал. Бывает. А я не промазал. С базуки как херанул. Ну я тоже. Так. Назад. Ай-яй-яй. Я понял, да, сейчас. Если да я сам не встану. О, 90 кубиков. Йоу, нихера. Ну вы мощные, конечно, ребята. А и патронов нет. Нормально. Тяжелых именно. Лёш, просто так прыгаешь. Гекс по нему. И не попадаешь. А, не попал. Щит поставил, гад. Так,
там их два, походу, бусика. Есть. А вот он, про который я говорил. Изначально. Уф. Больно. О, пятый уровень. Хорош. А пока четвертый. Вроде. Ну, еще один появился. Минус. Да это стойкий мародер, это не босик. А, не, он босик, да. Да отъебись от меня! Почему именно в меня, блядь? Сейчас я воскрешу. Да ладно, я возражусь. Да я тут недалеко был. Да сейчас у меня суперзаряд, я прибегу. Босик жив еще? Да. Нахер. Походу я сейчас под суперзарядом сдохну. О, контракт выполнен. Все? Ай-яй. Синяя шмотка выпала. Ой-ой-ой, блядь. А тут вообще рекомендованные силы, знаешь, 60. О, нормально, пушка выпала на 50 дамага. Блин, перчатка. Так, 50, а у меня что? Оу май. Да не, шлем просто классный. Все, да? Нет, еще, погоди. Да нет, их больше, все. Так, способность. Рекомендуют силы 20, награды вещи. Это где ты нашел, чё? А там где этот, вернуться домой, возвращение домой. А-а-а. Это типа тоже задание. Ну, погнали. Там задание есть как раз. Сундук. Тут вот еще задание есть. Подстава. О, подстава. Подстава. О, зеленая вещь, кстати. Награда. Погнали. Спасибо, что пришли. О, сундук. А то мы да. Устали от патрулей легиона и набегов падших. Нам бы не помешала ваша помощь. Попробуйте отследить терминал связи падших. Идея Дева безумна, но она может сработать. Ах, молодежи так трудно понять мудрость, которая приходит с опытом. О, зеленая вещь. Шлем. Не, ничего не выпало. Ну вот тут, а. У каждого свой лут. Я понял. Так. Так. Через Z-ку. Ага, вон туда. Получить доступ к терминалу падших. Ага. Ча, бегу. Отлично. Как насчет использовать твой доступ для подготовки трансляции на языке падших? Я думаю, пустить в дело фрагмент. Речи. Драку падших с легионом? Отличная идея. Я могу извлечь. Пятый апнул. Из любого местного падшего. Я уже апнул давно. 38. Ну, такая вот разница у нас. Ага. 44 силы у меня. 2 из 6 собрано. Так. Ну, походу, тут просто надо убивать всех. И ждать, когда он выпадет. Фрагмент. Потому что... Вот. Да. 6 из 6. Довольно убедительно изобразить падшего. Только не произноси при Дэви слово «акцент», если не хочешь весь день слушать лекции о городских диалектах. Кстати, лучший вид на авиацию Легиона открывается со скалы, на которой мы поставили маяк для беженцев. Никто больше не ценит настоящее искусство.
Так, нам туда. Нам туда, да. Угу. Уровень-то тоже надо весь. Чё тут нужно? Уровень. Угу. Чё, вещь нашел? Да. Мощно. Ну, а тут этот ящик зареспаунился, угу. Который наверху. Вижу, бегу. Так, мне выпал шлем. Сейчас посмотрим. 52, 52. Что такое, что такое? Найти место для засады. Поверить, что нам опять придется спускаться в шахты. А, блять, у меня опять... А, вот, все, нет. Вы сможете воспользоваться телепортом падших, чтобы выбраться на поверхность. Плохая новость. Там полно взрывчатки. У, да я заметил. Там осторожно. Если я просканирую туннели, мы сможем забрать из них все ловушки и взрывчатку. Попасть не могу. И мы воспользуемся этим, чтобы посеять хаос в рядах наших врагов. Замечательная идея. Ой. Ай. Да этого достаточно, эту пройдем уже. Да-да. Электромагнитная гранатка хорошая. Это да. Привет. Минус пол хп просто. Угу. Фига они тут взрывчатки понапихали. Да. Твое стремление разнести все на куски. Впрочем, думаю, мое глубокое сканирование должно быть очень-очень глубоким. Отлично. Теперь я могу переправить их ужасно опасную взрывчатку куда угодно. Во, нормально. Что, мне подожди, там да, ботиночки там какие-то выпали. А, что эти 51, что эти, поэтому я разобрать. А, нам телепорт. Подожди. И все? Нам просто вернуться нужно. А. Походу. Да? Да. А, да. Странно. Я еще думал опять по новой этой пещере все. Потом телепортнуться обратно через этот телепорт. Не, блин, граната плохая. Ну-ка, надо поменять ее. О, плазменная граната новая. Супер. Как раз гранату поменял. О. Ну, вот здесь вот. Угу. Просканировать. Отлично. Начинаю передачу сообщения. Буду говорить с акцентом мародеров. Началось. Мародеры. А знаешь, что больше всего нравится? Я понял. В их диалекте. Взрывчатка. Поэтому можно засесть вот здесь так, вот. Дегрим, да. Давай освободим канал. Ну, во. Чтобы телепортация прошла без помех. Смотри, где я. Ограничено. Я. Что бы вы там ни сказали, это привлекло их внимание. Я назвал Гоула одним нехорошим словом. Так, а вон там он еще, смотри. Не а, они оттуда идут. Я да. Люблю нетрадиционную тактику. На твоем месте я бы остерегался десантных капсул. Уф, мощно. Мощно, больно. И жестоко. С другой стороны. Угу.
Дых-дых. Неуязвимость. Ну, сейчас подойдет к минам, я посмотрим. Не подошел. Неуязвимость. Ну. Че, там еще один? Да, все. Больше нет. Но он респаунит пока эти бочки, нет, все остальное. По идее иду. А, вот. О. Вот. Охереть. Нормальные взрывы, да. Я слышал взрывы даже здесь. Уверен, то еще зрелище было. Да. А значит, падший легион тоже это слышал. О, шмотки. Мы подождем, пока они не перестреляют друг друга, а потом зачистим остатки. Отличная работа. Чмотки, чмотки. Так, ну что, обратно? А патроны, там шмотка валяется у меня. Даже две. Так, все, теперь смотрим. Что там выпало? Что, мощно выпало, да? Ну да, так нормально. Это на хорошо. 54. Угу. Так, вот это разберу. А ты ТП-шнулся, да? Угу. Через телепорт, да? Да. Ты же дорога вижу. Обратно. Ну. О, уже восстали тут. Бегают. Ага-ага. Да-да-да. Тебя почему-то слышно вообще. В смысле? Ну, значок горит, как будто ты разговариваешь. Так вот, я тебе про это говорю. У меня же тоже. На мне? Так не, на у меня справа. Mm. Внизу. Как бы динамик такой. Так, предметы. Что у меня там по предметам? О, выполнено еще одно задание. Убийство снайперской винтовки. А, обидно. А ты снайперку убрал, что ли? А у меня же не было патронов на нее. А. Так. А, влияние осколка изменило молекулярную структуру этого камня. Чтобы определить... Что за мероприятие? Ну-ка. Какое? А, через некоторое время? На особое вознаграждение. Обычное снаряжение, возможная награда. Ну, такое. Здесь, вот прямо рядом. Я понял. Ты что-то ищешь? Так что можем на него сходить, вот он прям близко-близко. Можем, да. Ты, кстати, репутацию-то прокачиваешь в этом, да. У этого мужика? Ну, она же прокачивается. Нет, вот там осколки вот. Надо это использовать. Да, иди сюда. Да, иди сюда ко мне. Сейчас. Я вижу то, что там синенькое такое. Ну. Это эти. Сейчас они пойдут собирать всякие эти. Нам надо будет охранять. Mm. Ну, зато опыт это получим. Надо. Так, я пока зайду. Смотрю, 55. Не то. Угу. 51, 52. О, добрый день. Гранатомет появился. 53. Так, я пока это. 53. Контейнеру сбегаю. Угу. Зеленые. Мощно. Все.
Они там между собой стреляются. Этот собрал. Смерть свет. Да. Че ты где там? А, тут там. Блин. Через полторы минуты только. Ну, нормально. О, ящик еще один. Зелененький. Плюс 120. Давай, возвращайся, 40 секунд. Я уже тут. А, ты уже тут? Да. Нужно пока подстреливать этих дальних. Угу. О. Неплохо. С босика появилось. Тут контейнер с босика. Мощная 500 кубиков. 10 секунд. Угу. Тоже тройная пушка выпала? Да, уже давно. Не, мне вот только-только. Так, пожалуй, сюда вот встану. Уф. А, сразу темно, да, как? Да, прикольно. Наверх посмотри. А, ну все уже. О, блеск. А, нам защищать здесь надо? Ммм. Ну, типа того, да. Так. О, появляются. Давай, заберись. Бригада по добыче блеска. Остановите их. Еще робот сейчас, все, бежит. Найдите следующее место добычи. Да. Вот, справа. Да, я вижу. Есть хаб. О, сапожки выпали. Сапожки-то хорошо. Этюд 12. Опять начинается. Так, где? Сзади? Ну, он там. Да, сзади. А, нет, справа. На, нахер. Так, подожди. Ай, перезарядка. Воскресить. Угу. Что-то я сам себя убил. Я сейчас воскресну. Да ладно. Бо. Все. Изи. О, да, наградка. О, рукавица зелененькая. Морис 2.
Или Dead Memories. Так. Кристалл тут еще растет. Смерсвет. Блять, не то нажал. Что там? Да я Эвку зажал случайно. Так. Ебать, 69. Звуки знаешь, как у этого. Звездные войны меч. Да. Так, что у нас там выпало? 72. Ножки. 71 защита. Воу, у-у-у, мощно. У меня рукавица на 70. Мощь. А, это дробовик. Без патронов. Не, обидно. Обидно. У меня уже 52 сила. Сейчас скажу. У меня 56. Ну, можем на сюжет найти только. Да-да. Попиздеть, отдать ему. Да, у него тут нечего давать. Ферма. Мой дом вдали от дома. Мне действительно она полюбилась. 51 винтовка из мертвой зоны. А может, со снайперки реально сейчас пока пострелять, если есть? Ну, попробуй. А, нет, у меня патронов. Не везет прям мне на снайперке. Ну что ж. А, надо патрон просто поищи фиолетовые. Я знаю, да. Вообще, фиолетовые это на тяжелое. На снайперке зеленое. А. Ух, какая пушечка у меня. Там, видишь, идет раздвоение. То есть, первый, третья. По крайней мере, у меня сейчас. На дробовик второе нужно. Вот. Поэтому просто не лапси подождать, ты без проблем. Чего кто-нибудь подождать? Когда? Да ты меня просишь подождать. А. Я вроде не тороплюсь никуда. О, флэш выпал. О, нормально. Что, можем выполнить вот это, пора домой? Можем. Я говорю, там просто вещи такие себе. Белые. Тут вроде и это, анимашка выпадает. Порядок, Деврин. Что дальше? Помоги мне разнести весть. Мы передаем сигнал беженцам из города, чтобы сообщить им, что на ферме они будут в безопасности. О, патрончик. Надо сделать так, чтобы его услышали все и всюду. Зарядил. Ага. Зацени вот это мое. По всей территории. У тебя такая же вроде, да? Такая. Такая же, да. Это погнали. Этот. Гронгоры или похуй? Да, гранатомет. Нет. У меня гранатомет. Ты тысяч. Маяк. Похоже, сигнал уже усилен. Быстро, однако. Опа. Так, подожди. Тебе идет еще одна группа падших. Не расслабляйся. Слышь, ну-ка нахрен. Все? А, не, вон слева, да, еще. Нет, тут вон еще. О! Слева. Ой, хорошо. Лови, да, как. Уф. Вообще мощь. Забрать добычу. Похоже, гибель того капитана под церковью выманила остальных падших. Они не оставят нас в покое. Да и хер бы с ними. Туда, в другую сторону. О, сундук. Советую побыстрее поставить. И вещь зеленая. О, шлем. Здрасте. Ну-ка, дай-ка мне. У меня вот тут вот шлем валялся. На. Так. Нам, короче, в ту сторону валить. Ага. Найти открытое место. Когда-то здесь было так спокойно. Это первые падшие, которых я увидела после нападения Кабал.
как похоже на город. Вы пытались избавиться от дрэгов навсегда. Ради нашей же безопасности, да? Хотел тап нажать. Такое место, из которого нельзя уйти. А в итоге... Юзану гранату. Стенами, а. И множеством охранников. Бывает такое. Угадай, как оно называется. Сурая, несмотря на твои... Загрузка. Проблемы, мне не кажется, что город был для людей тюрьмой. У меня тоже. Серый экран. Внимание, для запуска игры Destiny 2 необходим... Чё? Чё у тебя выскочило? Внимание, для запуска игры Destiny 2 необходимо перезагрузить приложение Battle.net от Blizzard. Не, у меня просто загрузка, типа уровень грузится. Так, давай. Ты пропал, да, ты в одного.